Альпийская горка на Новосадовой – не случайный выбор. Как украсить сквер, спросили жители Самары. Больше половины участников интернет-голосования выбрали именно ее. В основе горки – песчаник, кварцит, змеевик. Украшают их десятки видов необычных растений – карликовых, хвойных деревьев и кустарников. Все они морозостойкие, должны пережить зимние холода. Венчает композицию огромная раковина моллюска. Такие, но в разы меньше, обитали на территории Самарской области миллионы лет назад, когда здесь было дно Мирового океана. Тут жили такие аммониты, огромные, красивые, в общем-то, это головоногие моллюски. Вот. И в то же время аммонит – это спираль, символ времени, ну, для меня, по крайней мере, символ истории. И нам никогда не нужно забывать о том, что мы живем не просто здесь и сейчас, но и немного отвечаем за свое будущее. Оригинальный арт-объект должен стать новой достопримечательностью Самары. Не единственный в сквере на Новосадовой. Здесь появился и красивый мостик, и беседка-ротонда. Прекрасные декорации для свадебных фотографий. К ремонту дорог в Самаре комплексный подход. Не только меняют асфальт, но и преображают всю территорию вокруг. Нужно подходить от фасада до фасада, построить дорогу, поменять освещение, организовать зеленую зону, создавать парковые зоны, создавать скверы. Если скверы есть, нужно их реконструировать. В этом году завершат ремонт Новосадовой до улицы Осипенко. На следующий год запланировано окончание работ на участке до Полевой, где также благоустроят и сквер. Марина Кравцова, «События».